Так, серп Венера над Харьковом. Все равно засвет идет. Серп-то виден, Венера, но явно засвет. 20.07 по Киеву. 18 апреля 2020 год, Харьков. Смотри, это я по земле отхожу от фотоаппарата, и такое дрожание передается на камеру. Так. Да, наверное, лучше уже не получится. Сейчас поставил удержку 1.25. ISO минимальная 125. Резкость регулирую кольцом. Вот, сейчас кольцо вращаю. Ну ничего. На маленьком экранчике не очень, я думаю, на большом будет еще отвратительно. Куда ж ты сбегаешь-то? Что? Так попробовать, ушел. Хорошо. Хоть уходи, хоть не уходи. Ушел. Ветер стих прекрасно. Сейчас движение Венеры, опускающийся за горизонт, просто воочию наблюдаешь. Да, жалко, что пересвет. Какие-то фильтры надо ставить, видно. Но не нахожу возможности уменьшить дальше свет. Ладушки. Ладушки, ладушки, где были? Двадцать десять по Киеву. Так, ну и ветер поднимается. Ну да, вот я с увеличением зума, с увеличением увеличения. Выбачаю за тавтологию. С увеличением зума автоматически диафрагма увеличивается. Ну, в том смысле, что светосила становится меньше F8. Вот сейчас все уже само стало. Меня не спросило. Как же тебя поймать-то, а? Отошел. Ты ж моя красавица. Если до утра
Такая погодка сохранится, пойду поснимать триаду нашу. Марс, Юпитер, Сатурн, да еще и Луна к ним с утречка присоединится. Часиков 4 утра. Пока небо вообще стерильно чистое. Облака ушли на карантин. Ладно, будем делать еще дубли с другими.